Так, всем привет, ребятки. Сейчас, секунду, я здесь кое-чего сделаю. Звук работает. Блин. Музыку придется теперь отключать. Так что без музыки, дядь Саша, теперь в игре монетизация присылает уже не первый раз. То есть сейчас вот за вчерашний день ролик пришлось удалить. Вот. Ну ладно, будем без музыки. Что-то в игре какие-то нарушены авторские права на музыку. Вот. Ну ладно. Почитал там. То есть. Монетизация не ролик записан с нарушением. Такое что-то. В игре надо отключать музыку. Ну ладно. Жалко, конечно, но там хорошие были записаны. Ну, я его скачал. Надеюсь, вырежу те моменты. Переделаю его немножко, поменьше сделаю, посмотрим, или перезапишу. Так, это я нахожусь в начальной. Вот, решил я покачать еще, пока что ребята говорят, с билетами можно пройти чуть попозже, то есть 60, если прокачан. Вот, я хочу, чтобы потом время не терять. Вот. Вот. Его покачать. Пока что вроде бы там нечего делать. Все вроде бы есть у кузнецов. Не, ну там есть что делать. Вот. Поговорить со старостой. Подожди. Староста, это где? О, начальная. Помощь. Понятно. А что, она так и будет гореть, что ли? Я так и не понял. Это помощь. Вот. Где-то тут староста. Что, в доме, что ли, стоит? Наверное, вот в этой хате, что ли, поговорить со старостью. Сейчас идем. А вот он сидит, человечек. Так, а еще один день. Все надобно. Так, что он здесь пишет у нас? Он. Ой, староста, ой.
Так. Голова на плечах в наличии. Печатью. Ничей. Рысь. Ась. Спящего никакого-то, ё-моё, нашего. Понятно. Да. Ну, правильно, что не хотят, мало ли. Поселиться в общине, в общинном доме. О как. Это где? Вот здесь вот что ли? Изучить. Вы видите недостроенные площадь. О, поселиться. Есть. Вы успешно поселились в этом доме. Осталось освободить. Осталось свободных комнат одна. Ага. Вы получили опыта. И что, вернуться к старости, да? Что дальше?
Староста поворачивает к вам левое ухо. Это мое, застол мне. Я местечко, расскажи, что... Место такое, расскажи, где мне найти. И про АБЛ, во! Вот мне про нее и надо. Абелла, чудесный остров Аланий. Там порядок, там хорошо, хватит, на-на-на, там хороший, приносит им обильные жертвы, и табачок не воруют из-под нос. Их пойду я. Куда пойду-то? Ты чё? Это самое застолье я застолбил. Я местечко. Ну да. Вот. И молодец. Туды-сюды и бегает. Награда, говоришь? Какая такая награда? О, ты погодь. Приводится-то. День трудный. Это самое, самое. Разваливаю. Вот и шуба. Ну, пойду, значит, жди обратно. Так, помочь поселю Акуры. Ну, давай посмотрим. Мне даже интересно уже стало, что здесь есть. Так. Включили, да? Где он этот, Асерия? Акуры-то. Метки чё-то нету. Странно. Вот, метка есть. Так. Вот он. Помочь ему надо. Асель мерит два взгляда. Обожди, давай сперва с старости иди. Говорил уже. Это хорошо, что говорил. Тогда и... Я с тобой поговорю. Я люблю, да. Вопрос хозяйственный имею. Пойдем сначала в дело к тебе. Уволье. Почистить курятник, собрать яйцо. Ну, пойдем. Почистить курятник, собрать яйца, да? Ну, давай почистим. И собрать яйца. Отдать оселю. А с другого тоже можно? Нельзя, ё-мо, это способность еще не... А, не восстановлено. Пишет, нельзя больше. Сколько какашек собрал? 10 и 10 яиц. Много, много. Так, теперь к нему идем. Отдаем, да? Ну, давай посмотрим. Мне даже интересно это стало. Убрал я все говно, какие нашел. А яичек принес старому человеку. Держи яичко одно. Обманул на 9. Как же одно? Уж сколько снесло. Это я его еще обманываю, ё-мо. Настал момент, дитя мое, добыть его, жить.
какую-то мудрость добыть, ё-моё. Кары небесные. Кары все. Постой. Я он раскусил меня. Вот собака, не украдешь, он знает, сколько там яиц лежит, блин. О, блин, а яйца отдавай туда. Сделаем, помолиться идолу сходить какому-то. Блин, он раскусил и яйца отобрал. Говно оставил, а где яйца? Говно оставил, а яйца забрал. Вот гад, а! Вот гад! Ох, какой он нехороший человек! Идолу заставил помолиться, ё-моё. Ну, молитва. Больше нельзя. Большим рвением. Вот гад, а? А это что такое стоит? Идол Аматы следящего. Кто-то строит, что ли? Строить идол. Бревно надо и это. Кто-то строит, походу. Из игроков, наверное. Блин, молиться идолу заставил, ему. Вот он гад, а. Ой, уже вернулся. Все. Все, прожжёг. Теперь я к какому-то плотнику идти. Потом к охотнику, потом к этому. Помощь жителям деревни. Может, билет дадут, а? Я даже удивлюсь, если дадут билет. Вот гад, топор не дал. Вы получили какое-то яблоко, получил. Надкусанное. Вот гад, еще яблоки надкусанные дает. Ну, так, ладно. Это, ладно, надо это, посмотреть, что мне прокачивать. Опыта нету, да? А, вот, видите, уже не 400, там 400, а тут 200 только можно прокачать скиллы. То есть, две профессии. Вот. То есть, такое. Ну, понятно. Так, мне искать надо материалы будет. Вот, чтобы я поменьше. Топор надо сделать.
Там что лежит? Кремень пригодится тоже потом. И опыт очков, наверное, меньше дает. Камни мне не нужны. Кремень, ветка. Сейчас еще поищу. Так, теперь покрафтим. Там вроде бы я все набрал уже. Так. Топор мне надо, да? Добыть топор. Нарубить 4 полена. Примитивный молот. Вот, топор. Примитивный топор. Все, напилить это шпилу надо. Вот. Пилу, наверное, будет надо. Пилить-то я чем-то должен. Скорее всего. Так. Экипировать. А туда нельзя, ё-моё. Он только одну. А вот туда можно. А сюда? А туда нельзя, только туда или туда. Все понятно. Ладно, пойдем пилить. Че, ветки надо собрать. Ветки пригодятся еще. Там еще много инструмента делать. Так, нарубить полено. И срубленный. Поднять могу. Не могу ничего сделать. С этими нельзя, ё. Блин, гады. Пойду и это. Где-то дерево срублю. Хитро, хитро. Один дизлайк. Хитро, хитро придумано. Вязь. Отломить ветку могу. Срубить не могу. Что за фигня? Давай веток наберем. Пригодятся еще. И опыт, походу, здесь меньше. Или у меня ничего не прокачано из-за этого?
Как-то, по идее, мне его обжиг нужен. И горный у меня есть. Строить я не могу. А ну-ка, подожди. Здесь же территория чья-то, видимо. Может, подальше можно? Наверное, скорее всего. Ну, пойдем посмотрим. Да нет, наверное. Вся территория, наверное. Нельзя. Полен. Нарубить полено. Сейчас посмотрим. Вот, рубить уже могу. Четыре полена сделать. Ух ты, примитивный-то. Не сразу рубит. Со второго пошло. И опыт он так нормально дает. Вроде бы. Да. Ну, деревья можно рубить и опыт качать. Чё я его так подвёл? Рубит он и рубит. Такой инструмент, наверное, ломается быстро. Да, ручка снимается. Так, надо лопату сделать. А, нет, видите. Камней. Блин. Искать медь настроим. Я вроде настраивал, чтобы он искал это материал. Камни, кремень. Волокно, кремень, все вроде бы хватит. Че он сумку-то не открывает? Так, лопата. Сейчас мастерим. Да. Ну, лопату можно. Значит, он. А, выключить нельзя, что ли?
Ё-моё. Как это нарубить? Не понял. Нарубить, не напилить. Нарубить полейка. Вы получили. Больше нельзя, что ли? Или оно не мое стало? Вот это да! Не, терпилки здесь качать его не хватит. Не у каждого хватит терпилки. О. Не каждого терпилки хватит рубить дрова какие-то. По одному так тяжело. Да, рубить долго. Рубить долго.
То же самое. Понятно. Привет, Дим. Блин, надо это билеты покупать, видишь как? 700 рублей надо. О. Тут, короче, окей. 700 рублей. Вот, вот сейчас буду разоряться с пенсии. Чтобы мне сделать еще два ака. О. Бля. Привет, привет. А как тут магазин-то показать? Я забыл. Карета. Один. Ой, ё-моё. Придется с пенсии разоряться. Блин. Нет, это не то. А как же здесь магазин-то? Включать. Посевы. А тут видишь, одной профессии, чтобы это, как его, тут вот, видишь, смотри, вообще мне надо больше. Тут видишь, вот эта вот строка, чтобы вот одну профессию, вот эту вот, вот дается skill cap. Ну, сейчас 210, а вообще 400. Это если я билеты куплю на Абеллу, чтобы попасть. Вот. Там будет 410. Вот. И вот эти вот по 100, их 4, это вот желательно качать одного персонажа. То есть строительство, вот, или вот горняка, например. Но он также ювелиром может у меня. 4 профессии у одного ака. Вот. То есть они полные по 100 будут. Это качественные все делать туда-сюда. Вот смотри, у меня горняк есть, да? Вот. Вот этот вот у меня есть. То есть сбор. Травника я буду качать, потом лечение и алхимия. Это уже есть у меня. Вот. Горняк это тоже у меня есть. Вот. Все это есть. Вот. Еще я вот задумал два ака. То есть горняк у меня есть логически. Мне надо, я если руду добываю, мне надо желательно самому все это переплавлять. Вдруг никого не будет. Вот. Вот я решил еще один ак сделать. И вот эти вот все ему. То есть ковка доспехов. Вот. Ну, кузнец, короче. В общем говоря. Вот. И еще один. Я люблю строительство. То есть вот я решил. Два ака сделать мне, ну, 700 рублей вроде бы с пенсии могу выделить. Вот. Вот этот и вот этот. А так бы лучше бы мне 2000, да, 2000 вложить. Ну, 2000 для меня с пенсии это много.
Вот, я мог бы сразу 5 создать. То есть эти 2 и еще 3. То есть вот лесника сделать, да? Лесника сделать. Домохозяйку, чтобы жрать готовил. Вот. И животновода, короче. Вот. Вот здесь тоже очень много. И они, каждая профессия кому-то нужна. Домохозяйка, я могу сельским хозяйством заниматься, кулинария и швея. То есть вот они. Вот. И то есть, как, вот в эту игру я хочу играть, я хочу все 7 сделать. Вот. Но если своими деньгами, вот, ну, буду делать месяца 4-5, наверное, сидит. Топор кончился, ё-моё. Надо топор делать. Вот зачем мне, понимаешь? Вот. Вот, ребята говорят, то, что это, так да, так будет нормально, то есть, и вот надо в Steam деньги положить, и чтобы купить вот эти билеты на Аннабеллу, вот, вот, там есть в магазине, билеты на Аннабеллу называется. Вот. Вот такое дело, Дим. Вот. Только я не знаю, как внутри игры-то открыть магазин-то. Забыл, дядь Саша. Как-то открывал я внутри игры, чтобы показать. О. Не помню. F1. Животновода. Строитель. Как-то можно как-то. Вот такие дела, Дим. О. Полено сейчас надо нарубить. Успеть. Вот это время, видимо, прогорает, а это не мое, видимо. Видимо, так. Тут, наверное, так. Мне трогать это нельзя. А, вот магазин, вот, нашел, все, полено я собрал. Вот, видишь, здесь магазин, вот. Вот эти вот билеты, чтобы на Аннабеллу мне попасть, они стоят 10 тысяч божьих монет. То есть,
чтобы купить Божьи монеты. Вот, видишь, если 57 тысяч монет я куплю, это 2000 можно заплатить. То есть вот так вот. Вот. А если 700 рублей, то получается 21 тысячу день. Вот. То есть вот такой. 2000 я с пенсии не могу позволить. У меня столько нету. 700 рублей еще нормально. Вот. Вот 14-го придет пенсия, буду делать себе. Вот. Вот. Эту штуку поместить. Задумал я. Давай еще нарубим. Жадный спрай разрубит, но нарубил. Не, нельзя, Дим. Эту нельзя, Божью монету нет. Ее никак не передать. Не, можно, наверное, в игре, я не знаю, может быть, что-то нарубить, собрать, вот. Если найти, который игрок донатит, и он тебе задонатит, вот, тогда так может быть. Но тут, типа, как в Архейзе, жетонов нету, то есть там на 150 там кристаллов, да, типа такого нету ничего, то есть... Только через Steam, если он может тебе задонатить, и все. Ну, наверное, так. Вот. Много А это поначалу было. Багов много было, Дим. Мо. Не сильно на. Да так это ж я не здесь, Дим. Сейчас, подожди. Я на другой перезайду, Дим. Здесь это начальное. То есть ты тут начинаешь. Сейчас, подожди. Сейчас я перезайду. Вот. На которой у меня уже на Аннабелле два ака. Вот. Покажу тебе наш замок. Вот. Покажу... Что, как? Вот, то есть, ща, подожди, я перезайду на другого. Вот, как воевать покажу. Вот, на мечах там, на саблях, с луками. Вот, сейчас, подожди. Сейчас зайду на другой акт. Просто здесь, видишь, какая фигня сделана. Надо выходить с этого, на того заходить. Но. Сменить персонажа надо. О. Тут можно быть одним воином. Вот. То есть в какой-то клан вступить, да, вот, и быть одним воином. Вот. А это кто там кузнец и что это уже как бы вторично. О. Или быть какой-то пользой, там, оружие крафтить, вот, кожу. Можно выбрать, наверное, кожника, вот. Ой, швейня, там же это, крафтить шмот себе, вот. То есть и такое можно. Кузнец, оружие, наверное. Доспехи какие-то, вот. Ну, тут игра такая, спифетичная. Ну, она единственная, тут нету автоматов калашников и снайперки, вот. И пистолетов ТТ, и типа такого, Дим. Тут-то или арбалеты, да, арбалеты, вот. Там прокачиваешь определенные навыки, да, но они долго достаточно качаются, вот. Можно без примака играть, да, то есть не заморачиваться, как дядя Саша заморачивается, вот, одним персонажем. О.
То есть ты заходишь и воюешь. И она бесплатно. Там тебе вроде бы билет один дают. Вот, я вот не знаю. Надо. Ну, мне дали. То есть у меня один билет был, и еще 10 тысяч золотых лежало. Вот, я билет купил на 10 золотых, 2 ака здесь сделал. То есть вот такое. То есть там получилось так. Сейчас покажу вот замок наш. Видишь, ребята тут отстроили уже. То есть я к ним пришел. Уже у них здесь отстроено было. Вот. Немножко часть. Но это не все отстроено. Еще строить и строить. Укреплять защиту. Ну, по крайней мере, нападение, если будет, что-то отбиться есть. Вот. Вот эти вот ворота можно закрывать, открывать. Вот. То есть такой вот раз. Видишь, вот это вот все замковое. То есть вот это вот крутое такое уже здание. То есть, чтобы его сделать, достаточно там много всего надо, такого сложного. То есть вот донжон, большой дом. Вот, то есть, вот. И оно вот как, сабли и все такое. Вот у них где-то здесь я видел манекены, разобрали что ли. Вот, видишь, мишень, на ней тренируйся, вот, мишень для стрельбы. То есть, лук, чтобы прокачать, да, лук прокачать. Вот, сейчас я покажу. Вот они, боевые умения. Вот лошадь надо. Что ты выберешь себе? Кавалериста, ополченца, потом пехотинца. И вот этими вещами, то есть, как бы прокачивать вот этот опыт. Вот, чтобы вот здесь вот опыт набрать. То есть, брать там или вот молотом, когда, видимо, что-то в кузне делаешь, она немножко качается. Видимо, так я понимаю. О. А еще действительно не разобрался. У меня вот я хочу сделать вот лучника. Вот. То есть у него просто мне сейчас некогда этим заниматься. Легкий арбалет мне надо брать и стрелы. Вот. И вот в эту мишень набивать опыт. Вот, то есть стрелами пулять туда. Вот. Ну, не знаю, интересно, неинтересно, зрители не смотрят. Но я до этого другое стримил, то же самое. Вот. Зритель не смотрит. Но что еще? Я другое стримил, тоже такая, такие же просмотры, столько же лайков, то есть такое. О. О. И вот построили они, видишь, сколько уже. О, там вот другие ворота, то есть сейчас я вот подымусь по ним. Вот подниматься, когда нападают люди, да, вот по ним туда раз залазим, вот ворота закрывают, чтобы нас не пройти. Вот это сейчас просто здесь работаем из-за этого открыто, туда-сюда прыгаем. Вот. Но если никого нету, они закрыты. Ну, если кто-то там далеко от них. О, чтобы враг не напал.
Вот оно, блин, здесь заблудишься в этом здании. Вот они, лучники, вот здесь встают и высматривают. Если здесь не достать, выше залазят. То есть с этой стороны тоже, если уже враг прошел, вот, считай, он раз, это, туда стреляет, пуляет, чтобы он там, может, где вылезет. Ну, так же и с того здания можно, походу, вон, жена, сейчас сходим. Сюда-то я уж лазил. О, вот, и вон они, вот если там враг идет, вот отсюда лук туда, наверное, достает, я не знаю. Я еще военную... Иди почту проверяй. Все, иди почту проверяй. И закрывай эту помойку. Какую почту проверять? Опять что-то прислал. О, подводные лодки, Дим, ну спасибо. Убо. Так она же на английском, наверное. Нет? Так она же на английском. Закрывай эту помойку. Спасибо, Дим. За игру новую спасибо. Закрывай эту помойку. Ну как я закрою? Закрытие. Ну. Какую-то подводную лодку прислал. Надо тогда это, сейчас еще постримлю чуть-чуть, пару часиков, и это закрывать, и запустить вечерком по той игре. По той игре. Видосик. Русская пишут. Субтитры русские. Спасибо, Киди. Понятно. Спасибо, Ди. Посмотрю. Посмотрю. А, там лодку, там моряки, да? А, звук английский и немецкий, да? Озвучка. Ну, я посмотрю, я тогда сейчас этот постримлю, стримчик, да? Два, три, четыре. Полчетвертого где-то кончу этот стрим, а после четырех запущу, покушаю. О, может, четыре запущу или полпятого. По той игре. Ну, у меня-то нету. О, а сколько стоит, Ди? Сколько стоит игра, Ди? Квадростроитель. Ну, ты покупай, я буду стримить. Ты же знаешь, я же с пенсии по чуть-чуть покупаю. Я вон там покупал. Недавно купил игрушку себе. Спасибо. Сам себе купил, а мне отдал. Фига себе. Я покупал там какую-то игру вот недавно. О.
Ты проект, что ли? Варкерс, что ли? Вон я смотрю, ты себе купил. Это русское, что ли, градостроительство? Точно, я угадал. Ха, ё-моё, ну спасибо, Дим. Спасибо. Спасибо. Я видел, видел. Спасибо, Дим. Огромное спасибо тебе. Я ее не покупал. Она мне не очень. Ну, да, эта игрушка, она похожа на паровозы. О, там паровозы есть, и это тоже такая же похожая. Русская, под русскую нашу сделали. Тех. Закрой только этот ужас. Не, Дим, ну надо играть. В ужасы тоже надо играть. Ужасы тоже надо играть. Как это так? Просто комменты там отрицательные, понимаешь, из-за чего, Дим? Из-за того, что раньше багов много было. Очень много багов было. Вот. И кони пропадали, то есть всякая фигня была, короче. Вот. Сейчас они отладили, то есть уже вещи не пропадают, то есть такое. То есть нормально все стало. Вот. Она интересная игра, то есть тут разведение, еще что-то. Жду. Все, я ушел, не могу это смотреть. Дим, ладно, запущу, в 3 часа запущу ту игру, хорошо. Хорошо, хорошо, Дим, как скажешь, запущу подлодки, окей. Вот. Главное, чтобы они в ОБС-ке нормально работали. А то я другую игру купил, а она в ОБС-ке ненормально работает. Вот. И выкинул деньги, считай, и уже столько часов там проиграл, что вернуть их деньги назад нельзя. А в ОБС-ке она не проходит. Спасибо, Димон. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, пойду-ка я на тот. У этого опыта сколько? Тут 335. Да? 360 тысяч почти что. Понятно, Димка. Ведь после 3 запущу, в 4 может быть, если здесь помогать не надо, клану будет, вот, то это, срочного ничего не будет, пару часов подлодки посмотрим. Вот, обязательно, Димон. Блин, пора чуть-чуть бы было бы эти лодки, я бы это не стримил, а туда пошел постримить. Пойду того качать, так.
дальше. Мне интересно, что дальше. Я ему сейчас бревна отдам. Может быть, он билет даст мне бесплатно. Я же эту сетку не проходил. Может, билет даст. Я хоть третий акт себе вытащу сюда. Было бы здорово обжигателя бы прокачать. Это просто супер было бы. А так на два надо вот 14-го пенсии будет, надо 700 рублей положить, в Steam, и через Steam проплатить, и еще два качнуть. Вот, и еще два качнуть. Ладно, подождем, а там посмотрим. А подлодки, ладно, посмотрим подлодки. Ну, я думаю, подлодки, может быть, и не разберусь. Подлодки, надо подлодки. Так, что ты не загружаешься, а? Вот гадина, а? Вот гадина, а? Что-то не загружается. Пойду там качать. Раз опять в обновлении стоит. Тёма что-то там скидывает. Непонятно. Что скидывает? Я же тебя выключил. Надо подлодки, подводная лодка там. За капитаном смотреть, наблюдать за этим. Ну, посмотрим. Димка. Вот ему спасибо. Две игрушки еще какие-то дал. Так, бревно, походу, я не подниму, да? Да, надо помощь отнести полено плотнику. Ну, я сделал полено. Прогружается она долго, вот. Что-то странно. Тут кто-то нарубил. Пришел. Где плотник-то? Так, куда плотнику? Так. Плотнику несем. Кто-то нарубил. Вроде бы не рубленый здесь было-то. Кто-то все срубил. Видимо. И трава у меня что-то прыгает. Туда-сюда. Непонятно какая-то стала.
Было до этого, я зашел прямо в сказку, а сейчас что-то не то. Попрыгнул на другой акт. Так, полено, отнести, да? Взаимодействие. Молодец, давай их сюда. Пальцы не отрубай себе. Разные вещи мастерить. Спасибо. Что он дал? Блин, ничего не дал, да, получается? Вот он гад, а? Вот он гад, а? Ничего не дал. Эх, это хоть яблоко обгрызло я дал. А этот жадный. Так, теперь надо идти к охотнику. Где охотник? Вон он, охотник. Сейчас он меня чему-то научит. Подлодки надо, да. Подлодки, подлодки. Где они пишут-то? Что-то. Влад что-то скинул. Тёма скинул. Чё скинули-то? Влад, Тёма, Влад радио включил что-то. Дым сигарет. А что по P4 все? А, Диманюга, рыбалка-то? А вон Димка вверху сидел, ай, хорошо. Не знаю, что-то не зовет. Сказал бы, пошли, дядь Саш, лучше порыбачим. Я бы сходил. Так ты один только просишь, Диманюга. Вот. Димка вроде бы хотел пробачить со мной, когда сказал, компьютер новый возьму, вот придет, пойдем с тобой карасей ловить. Вот. Ну, не пошли. Но он мне вон сегодня молодец, спасибо ему. Купил это... Как его... Это, купил две игры, вот, вот, после, до трех эту постримлю еще, вот, и в четыре, надеюсь, подлодки запустить, может, полчетвертого, может, полпятого, вот, то есть на вечерок, до 7 часов, вот. В эту постримлю сейчас. Вот. И тогда. Что-то ребят нету, никого. А вон дом травников, Тёма. Ну у него радио сидит. Тёма. Он травник.
Что за игру купил? Хорошую вроде бы. Ясно. Собрать базовые ресурсы. Понятно. Добыть удочку. Блин, тогда эти бревна надо куда-то отнести. Там, блин, они ж не мои будут. Ну, тут 16, 17, может куда скрафт их? Гвозди я не могу. Рукоятки. Ага. Никуда не пустишь, да? Тут надо болты. Деревянные... О, деревянные стрелы можно смастерить. Тоже бы опыт покачать. Ножик надо. А ножик я скрафтить могу? Примитивный нож могу скрафтить. Ну-ка. Во. Сейчас мы на стрелы пустим. Нельзя! Ха-ха-ха-ха-ха! Нельзя, надо нож. Примитивный. Экипировать. Не, наверное, пока что все квесты не сделаешь, ты ничего не сможешь крафтить. Видимо. Деревянные стрелы у меня есть, твердая древесина, а смастерить не дает. Не дает. А, профессии надо, лучное дело. А, вон чего. Я думал, все открыто. А, ну да. Лучное дело надо. Вот это, наверное, открыть. Использовать. Подожди-ка. Вот надо, лучное дело. Ё-моё. Значит, придется выкинуть. Выкинуть придется. Добыть удочку. Ну, удочку-то я сделать могу. Так, удочка. Примитивная удочка. Вручную. Привет, привет, Хинтер. Привет. Привет. Понятно. О, рыбалка. Пойду рыбу ловить. Поймать рыбу надо. Блин, сумка мешается. Сейчас. Так, а скачивать-то я игру могу? Нет. Интересно.
Где она? Вот она. Установить. Фу! Ух ты, ё-моё. 20680 мегабайт. Вот это да. Вот это да. Вот это да. 20000 мегабайт. Скачивается, рыбка ловится. Опыт идет. Опыт идет. 20 гигов-то. Двадцать гигов, да, скачивается вроде бы, не виснет. Сейчас, секунду. Секунду, секунду, ребят. Скачивается, устанавливается вроде бы. Вроде бы устанавливается. Картинка, ничего, все нормально. Если что, говорите. Вроде пропусков кадров нет, устанавливается. Сколько она будет устанавливаться, не знаю. У меня сейчас интернет слабый, я сделал послабже. Выделяет место. Но скачивается. Ну. Скачается, установлю. А то на эту все это. Блин, матушку что-то там уронила, ёпта. Телефон, наверное. Или пульт. Кильку, кильку, сардину ловим. Они тяжелые вообще. На них можно качаться, наверное, скорее всего. На них можно качаться. Так поставил, а в другую игру играй. Да. Все устанавливается, скачивается. 5 гигов. Написано через 15 минут. Через 15 минут будет установлено вроде бы как. Это в Стиме пишется. Не знаю, правда, неправда. Сейчас проверю скорость интернета. Сколько у меня. Интернета. Сейчас скорость интернета проверю. Сколько интернет скорость? Пинг 7. Скачать
4 мегабайта. Загрузка 49. Отгады, а? Вот тебе и это. Стрим работает, читай. Скачивает, устанавливается игра, да? Вот. И Discord включенный. И считай уже там скачивание 4 мегабайта. Это значит, я теряю уже, наверное, 50. Походу. Удочку надо ремонтировать. Еще удочку делать. Смастерить. А эту выкинуть нафиг. Не выкидывай эту, блин. Не может выбросить. Вот гад. Как это в одиночную? Как это понять в одиночную? Хинтер. А ты где? А вот где я сейчас, здесь играешь или туда ушел, на большой остров, на большую карту? Ты где играл-то? М? 117 тысяч. Ковку надо. Ферма. Пусть он качает ковку. Это юшка, это не ММО. Хинтер, это не ММО. Ты можешь в Стиме скачать ММО, и у тебя там за счет вот этой юшки будет должен, по крайней мере. Надо просто историю тебе смотреть. О. Ну, вот. А за счет юшки тебе билетик на ММО дадут. Это совершенно другая игра, то есть разница есть от той. У тебя многих вещей нету, то есть они есть, по идее, задумки, но они еще не обновили игру. О. Это юшка, юшка ее зовут, вроде как-то так ребята зовут. Ну... Ну вот, стоит, вот тебе надо ММО, посмотреть предметы там. Вот, когда ты ее включаешь, у тебя такая штучка загорается, да, типа как Mail.ru, да? Ну вот, там у них игра, новости, магазин. Вот, включаешь магазин, да? Вот, включаешь магазин. И смотришь инвентарь свой. Вот в инвентаре у тебя должно лежать билет вроде бы. Вот. Или должно лежать 10 тысяч там этих вот божьих монет. На божью милость ты можешь купить... Тебе товар, там, билет, вот, на Абеллу, да? Вот этот билет ты купишь? О! А, то есть именно тут играл, да?
А, понял. Ну да, тут для любителей, я согласен, Хинтер. Да, тут для любителя. Не каждый будет играть. Вот мне как-то она нравится, но если компания хорошая, то есть люди играют, есть с кем поиграть, чем-то целыми днями занятые, вот. Такое, то есть. Ну, сегодня что-то тоже нет, ребят. Вчера не было. Ну, выходные, неделю. Посмотрим. Я все равно там прокачивать надо. У меня ничего сделать не смогу, блин. Надо прокачивать. Даже если бы один делать что-то, надо прокачивать. Ну, нет, ну, там дел много по базе, по идее там. Вот. Ну, скучно одному сидеть, это пипец, ё-моё. Вот вчера ребята сидели, да, мы вроде бы руду возили, вот, втроем, вот. Ну, как-то весело было. А когда один сидишь, ну, это совершенно другая игра. Один, я бы один мог бы поиграть. Создал себе 7 аков и играл бы один, так получается, Хинтер. Вот. Или в вьюшке сидел. Не, ну в вьюшке неинтересно. В вьюшке там меньше это. Но здесь, видишь, здесь мой совет, Хинтер, качай его. Заходи просто. Вон, на рыбалку можешь поставить вот так на удочку. Потому что, чтобы вот эти вот профы прокачать. Вот. Чтобы профы прокачать. То есть время надо. Вот. Сейчас вроде бы мало, вот, до 60, но 60 потом, это вообще кошмар, там, вот я сейчас качаю, да, 60 до 90, мне 2 недели ждать, пока что он прокачает, то есть такое, вот, 2 недели надо, вот, но я могу что-то делать, уже у меня там, до 60 что-то прокачано, но некачественно. То есть 60 какой-то один, вот не выше этого пока что что-то крафтить я могу. То есть как бы вот. Вот 90 когда будет, тогда уже лучше. Вот. Не, юшка навсегда. Ну смотри. Нет, в вьюшку можешь играть, Хинтер в вьюшку, да? А это просто заходить, его вот набил опыта и все. Ну тут полчаса, минут 40 он набивается на любых вещах. Вот на рыбалку его можешь поставить ее. Пусть он рыбачит у тебя. Опыту набил, ему хватит дальше прокачиваться. Вдруг надумаешь потом. Не в юшку играть. Ну да, юшка как-то она интереснее. Ты там один, ты там все знаешь, что как делать, да? Вот. И то есть ты сам себе хозяин. Свой сервер создал, да? И то есть ты себе сам хозяин. Да, согласен. Вот. У меня тоже там есть свой мир. Вот, ну там скучно, одному скучно сидеть, то есть вот такое. Вот. Но там качается по-другому. Видишь, какая штука. Там качается по-другому совершенно. А тут по-другому. Может быть, они переделают. Вот он, рыбак-то, да? Ему нести. Вот. О, пропуски кадров пошли, ё-моё. Придется мне это. Остановить эту фигню. Скачивать. А как ее? Приостановить.
Пропуски кадров. Хорошо, я увидел ее. Пошли на сцену. Эти рыбки принес, да. Не будем время. Держи. Все. Рыбу сделал. Так, помочь Верину. Где это? Верину охотнику. Коли тут, я, может, еще какое дело есть? Собрать метательные камни. Ясно. Собрать метательные камни. А как их собирать-то метательно? Что-то я подтупливаю. Камни, что ли, ему собрать? Вот эти, наверное. Вот эти, наверное. Вон они лежат. Хватит ему? Нет? Друг, хватит тебе? А Белла, суть острова блаженного и довольна. Там каждый находит, что искал. Так бывает здоров. Вот. Понял. Убить и освежить животное. Фига себе. Я должен найти животное, убить его. И потом... За курицей какой-то иду. По следу. По следу за курицей иду. Хотя не охотник, у меня по идее это не должно быть. Вот она, курочка прыгает, вот она, иди сюда. Я тебя лопатой сейчас. А как по ней метать-то? Как метать-то?
Подожди, управление. Проверяем, настройка. Управление. Движение. Боевая стойка. А. Инвентарь. Оставить лошадь надо бы. Ой, ёпта. И ничего нет, а? Отметать-то. Ну-ка, F1. Охота. Охота, охота, охота. А. Рыбалка. Два. Вот охота. Охотник ищет оружие. Выследи. Просто. Ну да, лошадь приручать надо. Да. Может, я еще голодный, сейчас голода паду. Есть нельзя. Хлеб можно. Как в нее метать-то? Еще догнать эту курицу надо. Ё-мо. А, во как. Повыше. Почти что попал. Давай повыше. Блин, высоко. Пониже. Мажу. Это низко, надо повыше ее как-то. Вот так вот, наверное. Есть, забил. Ура.
Нож достаем и ножом ее. Разве это зарубил? Есть. Отнести мясо. А, есть, Саня научился охотиться. Долго я в нее пулял, блин, в эту курицу. Научился отнести мясо охотнику 10 штук. А мы одну добыли. Блин. Во, кабан вроде бы, или что-то такое, овечка, наверное. Скорее всего. Сейчас мы ее освежим, там мяса, наверное, больше будет. 10 штук, да 10 штук это пипец. Сколько куриц надо убить? Мне кажется, он в деревню ушел. Мне кажется, в деревню следы-то ведут. А, не, вон он вроде стоит. Не, это не он. Походу ушел. Ой, ёпт! Это ж не агрессивная! Ёпт! Он меня сейчас убьет! На быка нарвался. Сейчас он меня тюкнет. Ага, понятно. Что с тобой надо бежать. Бежать, что есть мочи. Бежать, спасаться. Да отстань, не хочу я с тобой драться. На горочку. С горы его. Ох он гад! Он обошел. Сволочь. Ученый бык. Бык ученый ее. Ай! Убьет, блин. Сволочь, блин. Надо было копье, блин, у него удар сильный. Отстал вроде.
Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, он за мной бежит, собака. Я в него попал, урон ему навез, он за мной бежит, сволочь. Сейчас удар будет. Блин, переключить камеру не успел. Убежали отсюда. На хвосте висит, зараза. Злой уже. Я его сейчас добью, быка этого несчастного. Где он? Вон он. Блин. Снаряды кончились. Понятно. От лося бегал, да? Так, это кремень. Надо камней побольше набрать. Надо было какое-нибудь оружие сделать. Топор. А я, дурак, не сделал. Семь мало. Я в него пулял, блин. Я его сейчас добью, сейчас восстановлю жизнь. Кремень не надо. Может, оружие какое сделать ему, оружием его. Но не топором же. Вот, 44 набрал. Надо убегать от него. Не охотник, дядь Саша. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Убегаем. Он бежит. Фиг тебе. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он. Сейчас как поддаст и все, хана тогда будет.
Походу, я его уже добиваю. Он так уделяет. Блин, у меня выносливости не хватает. Походу, я его уже добиваю. Ай, ай, ай. Все, завалил. Завалил, ура. Завалил. Надо его добивать, походу. Все, завалил. О! А, бычка! Бычка задолбили! Шкуру получил, мясо сколько, ух ты, я тут шкуру получил. Что еще дали? Дичь дали, 2-3 кости, ну, шкуру дали. И опыта вот сколько сразу. Яйца ж завалил. Надо костерчик, если можно, строить. Наверное, нельзя. Вот на этой территории можно строить. Так, строить. Установить, создать лагерь. Костер построить. Построить. Надо это. Нажарить мясо какое-нибудь. Жрать ему надо что-то. Восстанавливаться. Как я буду? Так. Создать. 5 штучек сюда. Раз. Сейчас мясо пережарим. Блин, силен бычище. Бычище силен. Силен. Но я его завалил. Долго, правда, бегал от него. Но я его завалил. О. Как раз у меня полено есть. Вот дичь жареную могу. Как раз покачаться. Надо веток больше. Веток больше надо. Хинтер, завалил я его все-таки. Короче, от него просто отворачиваться надо. Когда он видит, что
он удар на тебя делает, да? Назад идти и стараться влево-вправо уходить от удара. Он ударяет, но по тебе не попадает. Вот. То есть такое. Но вначале лучше подальше убегать. Потому что он еще силен, видимо. У него сил много. Вот. Так же от лося бегал, да? Понятно. Не, я просто первый раз с ними как бы воюю. Я до этого играл в нее, но я как-то воевал с лука. Вот. Убивал издалека. Вот. Сейчас надо это срубить полено, наверное. А у меня топор кирдык уже. Уже не топор. Сейчас сделаем. Только полено, наверное, надо перетаскивать туда, где костер. Самого элитного. Сейчас крафтим. Блин, не тот крафт. Инвентарь надо. Сейчас крафтим топорище. Примитивный топор. Что-то ребят нету. Лавки все. А не, вон в замке Святослав. Тёма сидит. Тём! Привет, отца. Привет. Чё хотел спросить. А там вот ничего я 5 штучек этих занял, как его? Баронсапа? Нет, аптекерских этих, как его, грядок. Ничего? Что ты с ними сделал? Ну, посадил там эту травку. А, ничего страшного. 5 штучек. Там 16 вроде бы, а я 5 штучек посадил. Ну, ты учти, что когда они у тебя вырастут, то качество травок, которые ты соберешь, будет... ниже, примерно на 1 из 10. А я не знаю, я, короче, собирал, у меня было 61-е. Вот. Это я собрал, это я 4, и у тебя какое-то там семечко одно взял, у тебя их там много было, 43 штуки, что ли? Вот, я взял одно, я не знаю, какое качество там. Вот. Ну, я уже ей, то есть вот этой вот, как ее, травником могу делать это. Сейчас скажу, какой. 74-й у меня там получался эти присадки, нафта, вот такое. Сам траву там сидел, на поле собирал. О. И... которая специальная, да? А? Которая специальная, высыпанная, да? Не, ну которая там вот в поле, где встаешь в середину, ищешь, она появляется, и там бегаешь, собираешь. Вот. Я уже много там, если надо, там у меня вроде бы или 60, или 61-я трава. Вот, я там могу... желательно
С 90-м. Ну, с 90-м я еще не прокачал. Понимаешь? Ну, там хорошая земля. Она падает. Падает столько, да. Ну, я понимаю, блин. Я еще до этого не докачался. Я думаю, можно, наверное. Вот, а то собирай, вчера ладно, даже... А это еще тему хотел спросить, это... А вот смотри, я руду добываю, да, вожу, а вот камни там падают, можно их через торговую эту, как ее, продавать мне, можно? Продавай, конечно. Можно? Да, продавай. Не, ну я хочу продать там, например, заработается чего-то, да, и купить там хороший шмот, или купить овечку, или купить, вот... Это, лося, вот, я нечаянно оставил, ну как нечаянно, я думал, можно так оставлять, то есть с телега, короче, у меня почему-то не получалось мне запречь его, вот, я его оставил возле телеги, да, ну, я не знал этого, вот, что нельзя оставлять, надо его собрать и убрать лучше в телегу, вот. Думаю, придут ребята и помогут мне, объяснят, как это, что это. Вот. А там как-то к рогам, что ли, надо подходить. Что-то такое, короче. Вот. И вот потерял лося. Вроде бы там для камушек продался за 9 тысяч монет, да? Вот. Я лося купил за 4 тысячи монет. Думаю, не будут ругаться, наверное. А другой мне говорит, я вот возил, да, руду возил. Мне камни падают, да, надо отдавать в клан камни. То есть не надо продавать там их, вот, и такое. А что за камни, смотри? Грубый, этот, грубый камень, вроде бы такой. Ну, как качество, ну, там от 70 до 95, разные. Ну, 90 плюс оставлять в клан. 90 плюс отдавать лучше в клан, да? А вот что да, ниже... А, окей. Не, я просто не знал, он говорит, так нельзя, это все будут делать своими делами, в общем, вот этот, форсит. Ну. Ну. Дядь царь, смотри, благородина. А, тут смысл есть только садить, если их много очень. То есть там... 10 огородов, допустим. Вот тогда смысл есть, в принципе. Ну, я понял. А, да, сколько с одного, вот 15 часов пройдет, да, я так понял, сколько с него соберу я? Ну, примерно 5-10 трав. А, то есть 5 трав в среднем где-то, да? Ну, примерно. Ну, я не помню. 5 трав, да? Да? Это если 10 огородов. 50 трав в среднем где-то я могу собрать. Да, это тогда лучше посидеть на поле, блин. Так выгоднее. Да. Ну. Ну смотри, ты как бы садишь и все. Не, ну мне травник понравился. Я вот попробовал ее, качал, стоял там целое поле, собирал травки, да. Кстати, травки, если надо, я могу дать. Вот, там много она насобрала, то есть такое. Вот. Ну смотри, там у каждого травника, у каждой травки разные эффекты. Да это я знаю, там надо ее, мне прокачивать надо это, сидеть там и прокачивать. Ну сейчас у меня я... Как... Есть гайд по травнику, я писал. Можете посмотреть в этом, в полезной информации. Там более-менее расписано. Ну, понятно. Конечно, интересно. Ну, как это, я травника делаю, и знать, что это и как, и с чем его едят. Вон Димка... Ну, я своих писал. Вон Димка сегодня ко мне на стрим зашел, купил мне две игры, говорит, давай... Бросай это говно, лучше подлодки включай. Я говорю, подожди, я сейчас здесь
Я, наверное, буду в эту игру играть, наверное, с утра до обеда, до двух где-то, до трех часов. А вечером уже буду часа три стримить эти подлодки. Или вот он мне и две игры купил. Но... Говорит, лучше там, а это не надо. У тебя и зрителей больше будет. Ой, блин. Вот такое. А ты сейчас стримишь, нет? Да, я сейчас стримлю. Ну, я думаю, вы ничего такого не скажете. То есть, тут все по игре объяснять, секретов-то нету. Вот. Ну, я сейчас думаю, вот и еще где-то полчасика постримить, чтобы стримчик был часа три, вот. Потом покушать, вот, потом покушать. И потом пойти, это, как ее? Как его? Сейчас я тебе скажу. Подлодки поиграть. Да, подлодки постримить пару часов. Ну что, человек купил, надо же как-то. Вот. Тем более ждет. Подлодки постримить. Так. Где мой костер? Где-то здесь край я строил. Уже пропал, что ли? Вот, подлодки посмотреть, что за игра, вот, как, чего, оценить ее, вот. Но если что, то 2 часа в день можно ее постримить, а потом в эту, то есть здесь-то все равно пару часов передышки бывает у меня, пока что эти качаются. Да, как хочешь, дядь Саня, у нас, но... ты знаешь, у нас к этому относится. Ну, и это хорошо. А то меня Форсик вчера, блин, обругал, я это неправильно. Я уже расстроился вчера, лег, говорю, вот это да, это как так получается? Это нельзя, как это, ну, развиваться, ну, мне-то хочется, ё-моё, как это так? Так нельзя. Кто обругал? А? Кто обругал? Ну, про камни, что я их продаю на торговой этой... Не, я... как-то угол. Ну... Кто так говорит? Это кто? Да, кто говорит? А у которого гильдия вроде бы своя, как понял. Что это не надо? Фортик, подожди. А? Фортик, вон сидит, в охотниках сидит. Ну, сейчас поговорю. Секундочку. В охотниках сидит, вон. Нет, я думаю, пока сидит. Ну, я не знаю, как он там сидит. Ну, вот он охотник. Вот Ник Фортик, который тортик. Фортик-тортик. Я не знаю, ну... Камни, в принципе, если камни хорошие, из них... Он как объяснил? Говорят, камни лучше не продавать, даже... А, маленький и все такое, ё-моё. Ну как не продавать? Ну, вот взять любого персонажа. Один у нас в гильдии, да, человек играет. Он же должен как-то себе денежку заработать. И если что-то накосячил, он знает, что пойдет, науки купит, да, и отдаст человеку, понимаешь? А у него выхода нет. Вот я даже, взять вот мой момент, я уже, когда... Вот этого лося потерял, я думаю, ну все, блин, это же сколько. Я стал считать на калькуляторе, сколько я должен натесать телег, чтобы купить себе это, лося, чтобы поставить его, чтобы такое. Нет, это неправильно говоришь. У нас, ну, если ты не знал, то ничего страшного. Вот. Ну, кто ее знает? Он там накричал в чате, написал. Я же не знаю. Блин, котел сломался. Кто может котел починить? Где котел? А? Я где твой котел? Ну котел Юрича. А, сейчас я в нем клей варю.
для светофора. То есть, Тём, до 90 можно, да, а с 90 плюс все вам туда, ювелиру, короче, отдаю, да? Лучше давай с 80 плюс, вот так. А? Лучше 80 плюс давай. А, с 80, то есть да. С 80, а все, что меньше, я могу туда продавать. Окей, хорошо. Договорились. Да. Надо тогда пойти снять, сейчас будет, там у меня 3 и эти... 3 камня. Надо будет снять и Витальке отдать. Он у нас ювелир, да? Витальке, правильно? Да, Витальке. Окей. И да. Надо будет Витальке отдать. Котел сзади, вон стоит котел. Блин, а что это оно? Сзади, совсем за заборчиком. Правее, да? Вот, на вот этот котел. Давай починим. Окей. Хорошо. Так и буду делать. У нас особо размещать не требуется. Не, ну мне много-то там не надо, чтобы был запас, чтобы зрителю показать, как это делается и все такое. То есть это если стримить, да, то есть зритель-то, который новый приходит играть. Вот, который, вот сейчас даже в данный момент вопрос, а лук в Юшке-то есть? Вот, конечно, есть торговая лавка, ты королевству продаешь что-то, товары, то есть у тебя игроки, если ты в одиночке играешь, ты не можешь ничего купить себе, то есть продать игрокам. То есть у тебя выход только что-то королевству продавать. Я так понял, да, Тём? Ну да. Ну, вот как ребята делают посохи и продают королевству, правильно? У него же тоже в одиночке там королевство есть, правильно? Да, по-моему. Ну вот, то есть, Хинтер, у тебя тоже. Ты ставишь торговую палатку, вот. И, короче, из этой торговой палатки ты, как говорится, это продаешь. Или вот как ребята у нас там, выбираешь какой-то товар, чтобы подороже, и тебе быстрее это сделать, да, если ты хочешь по-честному, без читерства играть. Ой, ладно, пойду я к себе тогда, не буду вам мешать. Да, ты что? Куда? Вот. Не хочешь без читерства это мешать, как говорится, ну, не читерить, как я, дядь Саша, там, в одиночке сидел. А, чего не хватает? Да сейчас сделаем, через файлики, вот. То есть, ты можешь, ну, чтобы... Торговые тебе поставить, там вроде бы надо, сейчас я даже тебе скажу, какой левел надо, Хинтер, чтобы тебе торговую лавку поставить. Что, Тём? Ведь Саша, этот человек, он один играет или... Он играет в Юшку. Он в эту играл, ему не понравилось. Не, если что, я спрашиваю людей на стримах, так, Тём, мы уже об этом поговорили, если хороший человек и нормальные люди, я обязательно приду, с тобой посоветуюсь насчет этого. Ты не переживай, даже вопросы не задавай по этому поводу, добро? Ну да, ну просто тут торговля будет. Да. Я ему сейчас начал объяснять, что это и как, и что с чем это едят. Вот. То есть, я все подсказываю людям, то есть, не переживай. Я-то уж разбираться начал, то есть, ну вот. Вот еще между деревьями торговля происходит.
Ну, у него-то вьюшки-то нету, понимаешь, у него вьюшки совершенно другое получается. А, ну да, там да. Ну ладно, не буду мешать. Не, ну один ты, Хинтер, ты можешь вот к ребятам, куда я пришел, да, одним персом прийти, вот, ну, только единственное, возраст 18+, то есть не берут, ну, детей, вот, только единственное, 18+, тут требования, да, то есть клан как бы... Видишь, я даже, получается, и если ты, некогда тебе зайти, ну что сделаешь, ты на прокачку поставил, да, когда у тебя время есть, там, час-два в день, там, поиграть, ты заходишь, поиграешь, то есть, ну, я думаю, что такой клан здесь, то есть, я играю пока что в нем 4 дня или 5, что ли. Вот, да тем более, 34, а тут ребята, я знаю, 39, 54 вроде даже еще есть, вот, то есть тут взрослые ребята, и, то есть, если есть желание, они тебе больше объяснят, больше рассказывают по ходу игры, то есть ты побегаешь, вот, а к ним попасть, они тоже в Дискорд, ты зайди в мой Дискорд, вот, в мой Дискорд, Хинтер. И там есть у меня закреплено ихняя ссылка на ихний Дискорд, да. И там попадешь это, как ее, сюда, в приемную. Пообщайся с ребятами, спросишь, какие вопросы, если что, задашь, да. Они тебе подскажут. Или по твоей игре, если надо вопросы, они не против. То есть... Вот, приемный всегда, ну, может, посидишь часочек, полтора, я сидел часа полтора, потом смотрю, кто-то зашел, и офицеры пришли, другие только, я Тему ждал, вообще-то, вот, ну, другие офицеры пришли, подсказали, туда-сюда, и, короче, из юшки я ушел в ММО, вот. Вот. И в клан меня приняли, ну, в клан приняли где-то через час-полтора, потому что офицеров, кто принимает, их не было. Они на связи, то есть, ну, они не могут, реал, есть реал, вот, то есть, такое. Ну, клан пока что вроде бы так, разбираюсь еще, что и как, ну, не знаю. Плохого пока что не было, ничего. Вот. Никто не грубит, никто не ругается, то есть ссор и там этого нету вроде бы. То есть я еще пока что такого не замечал. Чтобы между собой соклановцы там спорили, ругались. То есть, ну, кланы я только... Плюс, скажу. То есть, я не скажу минусов. Пока что нету ни одного минуса. Но. Вот. Ребята дружные. То есть, если просто даже с ними общаться, то есть, ну, я не нахваливаю, вот. Но. Нормально. Играть можно. Это человеческая игра. Как я играл в Атлас. То есть, ой... В Атлас играл с ребятами, то есть вот есть команда, да, и так мы с ними и играли, да. И то же самое, только немножко другие ребята, то есть и города разные, то есть у них есть и американец вроде бы, Сетла, вот. Но он наш, русский, он с Украины вроде бы туда уехал, как я понял. Ну, это если захотите, сами все спросите, узнаете, то есть они ответят, то есть такое. О, блин, 3 часа уже, а? А я все стримлю эту игру. Ну ладно, давайте еще
полчасика и это, как его, пойдем корабли, я покушаю, вот, до 4 сейчас постримлю, покушаю, и как раз, может быть, скачается игра-то во время кушания и установится, и в 5 часов запущу вам подводные лодки. Вот. Димка обещал, но я все равно запущу. 6 даже запущу, до 9 постримлю, до 10. Ничего страшного. Надо сегодня запустить подлодки, что ж он ждет? Ждет. Если ждет, будем делать. О. Так, секунду, кошку выпущу. А чё приходила? Сейчас, секунду, выключу.
Фу, блин. Матушка там, блин, соседка. Сосед у нас, наверное, умер. Неделю не появляется, то есть не выходит. И, вот, и такое. Подозревает, что умер. Вот. Вот сидел с ней, это, участковому. Наверное, надо в таких случаях-то звонить. Я не знаю, кому. Вот. Мы-то в его квартиру не можем вломиться, правильно? Вот. Да мы даже его фамилию не знаем, вот. То есть они приехали года три, у него жена была, вот. Она вот, может, полгода как умерла, или месяца два, или три, вот. То есть такое, вот. А то будет лежать мертвый, и это... Так, бревно надо в эту штуку нафиг скинуть. Там, видимо, прогорело, чтобы вес мне поменьше был. А это может еще пригодиться. Фиг ее знает. Бегает он плохо. Сколько еще убрать-то? Рыба. Выкинуть ее нафиг. Я еще наловлю. Выкинуть эту селедку. Ну. Шкура. Большая шкура. Весит много. Одиннадцатого, тридцатого качества. Кости, наверное, столько не нужно. Половиночку можно оставить, наверное. Как повозка для торговли называется? Повозка для торговли. Ой, тележка без стенда или с стендом. Что-то такое. Это ты имеешь в виду... На предмет декора создать лагерь. Я пока что это не могу. Короче, телега без стенда. Вот, ее лучше делай. Вот, она и животных к ней можно цеплять, то есть коня. И она, то есть, есть стендом, есть без стенда. Вот, лучше советую тебе делать стендом. Понял? Бой без стенда. Оно как бы играть лучше ей. То есть ворота, если построишь, открывать, закрывать их, не надо слазить с телеги. Вот. А которая стендом, да, ты будешь то и дело слазить, если тебе что-то часто возить надо, да, слазить будешь, а ворота она не проходит. Вот. Телега без стенда, так вот что-то. Это, наверное, в мебели, наверное, скорее всего. Да. Или предметы. Наверное, в мебели. Но чтобы ее сделать, там что-то нужно прокачано, чтобы у тебя было. Enter. Вот он, вот Хинтер, вот здесь вот, на это. А, как продавать? Это я сейчас тебе покажу. Это, Хинтер. Сейчас я вот это еще квест сделаю, зайду туда, к ребятам еще. Вот, и я тебе покажу, заодно камни сниму. Вот здесь билеты. Отправить на...
Не. Блин, у меня билета нет. Билет нужен. Хотите, увидите, предлагает купить. Вот. И такое, и отправит. Нифига. Нифига нельзя, у меня билета нету. Ну это за божьи монеты, но божьи монеты, я не знаю, здесь, наверное, не заработаешь нигде. О. Если бы можно было заработать, я думаю, уже все бы себе понаделали аков куча. Про торговый склад. Это тебе не торговую повозку, вот, сделать, а торговый склад на. Ой, торговую лавку надо сделать. Большую построить. Тогда ты сможешь там продавать королевство. Я так понял. Вот. Но чтобы тебе ее сделать, если я не ошибаюсь, тебе нужно архитектора прокачать. Вот, до какого-то уровня. Вот. Вроде бы так. Вот. Дальше сам. О. Сейчас зайду, покажу. О. Как раз и камни надо большие снять. Он будет потом Виталику отдать. 80-е и 93-е. Там у меня есть. 90-е у меня там есть. Если, конечно, не продались бы. Ну, продались, что теперь сделаешь? Ничего не сделаешь. О. Наверное, не продались. Потому что я там цену хорошую заломил. Я там цену хорошую заломил. Сейчас я перезайду на другого персонажа. Сосед, походу, помер, наверное. Алкоголем, наверное, все-таки отравился. Надо участковому, наверное, звонить. Yeah.
Так, сейчас я тебе покажу это, Хинтер. Вот такая торговая площадка у тебя должна. Ну, я не знаю, есть в это в Юшке или нет. Ну, и там есть вообще-то торговый вот этот пост, ты его должен построить сам. Вот. И тогда сможешь продавать. То есть... Но купить навряд ли сможешь, что там, потому что обычно покупают у игроков, то есть здесь не один пост таких, вот, у них у кого-то покупают. Вот, видишь, вот он, торговая лавка называется, вот она вот такая. Вот, просто здесь заложено, это уже... Видимо, от этих, как его. Вот у тебя здесь карман, да, вот рынок. О, все камни продались. Ёпта. Три камня только осталось. Это у меня там 114 тысяч. О. У меня было 17, 14 камней продалось. Ё-моё, а какие остались-то? Походу, все поскупали у дяди Саши. Вот гадство. А, о, 80-е, 80-е. Кроме Стёпы. Тём. Ау-ау-ау. Можно это... Короче... Камни у меня все попродавались. Короче, три осталось. Вот смотри. 80, 83 и 76. Ну. Вот. А эти все попродавались. Короче, у меня сейчас 114 429 монет. Я не знаю, сколько это... Нет, ты переведи там. Там должно быть золотых. А как это должно? Как это настраивать? На вторую лавку зайди, там нет перевод. Так, зашел. Перевод монет. А, перевод монет. И к себе в карман, да? Да, ну ты выставляешь серебро. А, или... золото. 11 золотых у меня получается. 11 золотых? Да. Давай я тебе дам, знаешь, мне столько не надо, я тебе... Дам, я 5 золотых оставлю, а вот 6 золотых я заберу. Давай я тебе дам. Что на эту, ты... как ее, на клан положишь. Это, Святик, а сколько нам, Владик говорил, в клан должно идти с доходом? 70%. Там считали вчера, 4 это, короче, 4 это... Дядя Саша. А. Растили свои денежки на 70%. Ну, короче, 70% своей денежки ты будешь давать план. А, понял, понял, понял. Надо посчитать. А тогда я сейчас еще два золотых возьму и как раз. Окей. Понял, понял. Ну, да. Так. Принято. Сейчас, сейчас, подожди, сейчас. Тогда не 5, а... Подожди. У меня получается 11 золотых, да? Сейчас, сейчас. Лучше подожди. 110 тысяч. Тысяч. Разделить. А, нет, подожди. Минус 70%. Должно 3 голды, короче, у меня должно остаться где-то. Ну, а все остальное отдать надо. Клан. Да.
Получается так. Три раунды. Значит, 8. Подожди-ка. Я уже запутался с этим переводом. Сколько у тебя денег? Подожди. Давай я пишу. Ты меня запутал. Все сейчас туда положу. Так. И возьму Волде три оставлю. 8 голд взять. Все. Вот так получается. Правильно? Все. Ну да. То есть, если у меня там 11 голд лежит, 70% клану, так? Да. Вот. Ну, по калькулятору, ну, я в тысячах читал. Короче, у меня, вот, сейчас я, подожди. Саша, смотри, прошу, посчитай. Подожди, сейчас я уже точно, чтобы без обмана было, вот. Вот у меня по монетам там 100... 14 429 минус 70%, так у меня должно остаться 34 тысячи, ну 34 тысячи, я так понял. Ну, сейчас проверим, я 3 голды оставлю, вот сколько у меня останется. Подожди, ма. Побольше возьму, мне некуда. Возьми. 8 забираю. 8 забираю. Ну да, вот. Там 100 меди, если еще взять, вот клану отдать. Ну, думаю, за 100 меди ругать не буду. В следующий раз больше будет. Добро, все. Ой, чё? Не, нужны, как это? Для этого-то нужно оплачивать. Я же живу, кушаю. Нет, планы нужны, игрока вот на третьем. А, игрока? Куда идти, Тёма? Куда идти? Иди к этому. Где ты есть? Чё? Я у торговки написал. А? Я у торговки на тесалках работаю. На тесалках работаешь? Да, у торговки. А, у торговки. А, понял. Еду к тебе. Сейчас я тебе 8 голды дам. Тёма, только долго не буду. О, дядь Саша, сколько я заработал. Я даже не ожидал. Я не ожидал. Кто-то ворота за собой не закрывает. Ну, если будут спрашивать зрители, то у нас как бы деньги не нужны именно членам клана. У нас все выдается. Если нужно что-то, заправляешь, тебе все. Я здесь. Так. Кирка есть. Как, короче, в коммунизм, например. Это Айя... Айя... Ланел... Са... За... Тини, это ты, правильно? Да. Все. Все, я тебе отдал. Окей. Ладно, пошел к себе объяснять дальше человеку. И заканчивать буду. Во! А говорили, нельзя зарабатывать науки. О, нифига себе, я 11 гол заработал. Вот это да! В общем, короче, Хинтер, вот я сейчас расскажу тебе, отвлекся я с этой, как бы, это, беседой, вот. То есть, видишь, здесь правила в клане, то есть, я, например, науке какие-то вещи умудрился продать, да, вот.
Для игроков-то они практически не нужны, но все-таки некоторым игрокам хочется что-то ценное себе купить. То есть на рынке же другие игроки продают, вот, есть такие одиночки, ведь же надо платить это тотему там, вот. У нас вот он в клане, как вчера считали, 4 голды надо платить, вот. Есть вариант, вот, вот видишь, вот здесь вот, сейл, то, крофт, кровн, вот, это королевство, то есть им можно что-то продавать, но не все они берут, вот, вот, к примеру, я не знаю, они вот, вот еду точно будут они покупать, вот, вот, сейчас вот я еду положил, да, я просто тебе показать, вот. Они ее будут покупать, сколько-то денег давать. Вот. Вот, видишь? Вот, видишь, он дает за эту пиццу 8 серебра и 9 монет. Вот, ты можешь так у себя торговать. Только зачем тебе деньги эти будут нужны? Чего тебе покупать, я не знаю. Вот. Потому что купить у них... Мне кажется, ничего нету. Вот. Вот. То есть это вот все это покупают игроки, то есть у нас игроков. Вот. Здесь вот это вот все это продают игроки с других регионов. Вот. То есть такое. То есть здесь как бы в ММО здесь еще торговля есть, потому что здесь у нас торговая вот эта лавка стоит, в другом регионе торговая лавка стоит, там еще где-то кто-то поставил торговую лавку. То есть они между собой торгуют. Раньше надо было как-то там по-другому было запутано и рискованно это дело. Возили только дорогие вещи, безделушки не продавали. Сейчас уже и безделье продают, то есть такое, понял? Вот. А для, ну, естественно, тут все на английском. Вот. Я обычно сижу или с переводчиком, или вот мне другие подписчики подсказали то, что как бы... Дядь Саш, на телефон поставь эту, как ее, программку, да, вот, и раз к экрану, и она тебе переведет все. Вот. Я так делаю, вот, то есть бывает, вот, когда без стрима сижу, вот, ну, во время стрима я сюда стараюсь не лазить, это просто ты заинтересовался, я из-за этого и пошел, вот, то есть вот такое, понял? Я-то еду не буду продавать, вот. Ну, видишь, здесь в клане я как бы, да, тут существует 70% клану отдать, вот, 30% это мое как бы, вот, 34 тысячи монет, это у нас, значит, будет, если голд, вот, 3 голды, то есть вот так вот получается, в серебре... 344, вот. То есть, ну, в меди это будет 34 тысячи, вот. То есть, вот такое, понимаешь, то есть, как бы, ну, вот. А проплата у нас, вот, за этот монумент надо там платить что-то такое, короче. Я не знаю. Я, может быть, покажу как-нибудь, как они это все делают. Я не знаю. Это надо у старшего спрашивать и с ним ходить, показывать. О, если кому интересно. То есть такое. О, дядь Саш, 11 золотых заработал, ё-моё. А и еще кучу металла перевозил, а? Во как. Вот.
Ну ладно, я стримчик буду заканчивать. Вот, ребят. Завтра продолжим. Вот. Сегодня в 5 часов надеюсь, что запущу подводки. Вот. Такое. Вот. Вот. А то там что-то ЧП, у мамка сейчас еще на дачу поедет. О, блин, отвлекает меня еще с этим соседом. Вот. Заодно у ребят надо узнать, что они здесь-то решили, их там много. Здесь, наверное, помогать еще надо будет. Вот. То есть такое. Вот. Всем спасибо, кто посмотрел дядь Сашу.